И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Пап и Кэт Макс. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Прятки, карта у нас казино. Димончик, поздравайся. Всем привет. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Димончик сказал, чтобы я первый искал, а вы все разбегаетесь, и чтобы я вас долго искал. Я крячка-убийца, я буду вас мочить. Не, не надо. Буду. А вот не надо. А я буду. Все, Димон, полминуты осталось, даже меньше. Да блин. Что ты хотел? Да карта здоровенная, там есть где прятаться, не перебедняйся. А я, конечно, понимаю, что тут есть где прятаться, просто карта-то большая, хочется найти самую лучшую нычку, Димас. Хочется найти... Димас, я вижу. Как ты меня видишь? А я так пролетел, просто я тебя заметил. Осталось 20 секунд. Настроение у нас, как всегда, классно. Надеюсь, наши ролики поднимают настроение. Если они это делают, то ставьте лайк. О, это отличное место нашел я. Осталось 10 секунд. Робот активируется. 10, 9, 8, 7. Да? Правильно? Не, уже все. 0. Все, я пошел, Димон. Делаю от первого лица, чтобы ускориться. Я сейчас буду максимально быстро искать. И я вас найду. Все, крячка выбежала на охоту. Хорошо. А я знаю, где вы все прячетесь. Я вас сейчас всех найду. Карта новая, она мне непривычна вообще. Так, так, так. Вот тут ты, Димон, где-то прячешься, по любасу. Нет. Как это нет? Если да. Димон, ты что такой примитивный? Ты раньше таким не был. А ты где, мужик? Спрятался. Да я не думал, что ты мне там будешь. Почему ты все? Да ты так сильно легко за. Димон, я тебя каждый раз все быстрее и быстрее нахожу. Не, просто ты. Димон, нет, ты стареешь. Ты уже старый пердун стал. Туда, куда и я иду. От третьего лица, что я смотрю. Слышишь меня? Так, ты где-то. Тебя здесь нет. Ты под столом. Нет, под столом. Ты под столом? Нет, за тумбочкой. Нет, за тумбочкой. За креслом? Нет, за креслом. Под кроватью? Нет, под кроватью. А, ты... Жопа нюхаешь цветы? Как угадал. Это мой орёт, учелик. Пацаны, я знаю, где вас искать. Я все это время поддавался, теперь я включаю режим ультра-мега-поиск 2.0. Ааа, Димас, я тебя видел! Кэт Макс ушел. Димас, я тебя видел, ты стрёмный. Это ты стрёмный! Ты Молотов Фредди, да, Димас? Ты на люстре, что ли? Какой люстре? Я видел, Димас, ты был Молотом Фредди, ползал там и сожрал человека. Нет, целого. Это не я был. Это ты был. А я Пикачу. Ты где-то здесь. А как ты меня видел, я тебя не видел. А вот так вот, ты погнался за кем-то, а я в этот момент убежал быстренько. Ах ты жопа. Ну, быстренько, очень быстренько убегал. Так, ну одного нашел, теперь мы с ним вместе. Блин, челик. Блин, своего же вальнул, извини, обстоятельства, не хотел. Так получилось. Реакция так сработала. Обстоятельства. Ищем сральники, Димон. Так, а вы еще Пупга поймали? Кто с нами? Нет. Мы хотим, чтобы ты нам помог. Не. Давайте ищите Пупга, а потом меня. Мы ищем тебя сначала. Нет! Его ищите, а меня потом. В конце. Ребята, а сейчас тебя найдет Кэт Макс. Я очень хорошо спрятался. Угу. Ты когда так говоришь, я тебя сюда мочу потом. Не говори так, это плохая примета. Чу, блин. Мой за мной бегает, классно сказал. Четко. Вот тут ты, Димон. Ес, я угадал! Да блин, ну что ж ты под ногами мотаешься, челик? Не хотел мочить своего, но так получилось. Вы вообще какие-то дикие. Это ты дикий. Это вы дикие. Вообще какие-то дикари. Где ты пропал, мужик? Я в Димас в самом крутом месте в этом заведении. Да
Так, PUBG нашли. Все, Димон, теперь мы тебя втроем ловим. Теперь ты точно не скроешься. А знаешь почему? Вот я Пикачу, да, я яркий, заметный очень. Но меня трудно догнать, потому что я Пикачу. А Пикачу, как вы, ребята, знаете, он очень быстрый. Играет на крысу. Мощный. Правильно, ребята, вы подумали. Все сходится. Молодцы. Блин, а здесь небо, здесь очень красиво. Перестаю дышать. Ой, Димон. Нет, меня нашли, говня! Не, он своего меня убил. Нет! Мочите, мочите, Димончика, я вас прошу по-человечески. Во, здесь так круто. И здесь классно все. Так, а где же Димончик у нас? А нет такого у нас тут. Есть. Выходи, секунду. Блин, где не выгоняет? Давайте его к роялю гоните. Нет! Есть? Нет, они опять своих валят, да что ж так. Димон, ты путаешь наших игроков, и они друг друга мочат. Где он, где он? Блин, тут классно. Ребята... О, вот я буду... Вот так он не убежит от меня. Скрабэйби рулит. Ребята, он лично убегал от меня, этот, да? Этот экшен мощный, как я убегаю от всех. То ставьте лайкусик. Так, Димон, ты думаешь, что вот так вот можешь что-то говорить? Лайки, да, все дело хорошо. Да. Потому что это вообще экшен мощный. Ты на месте сидишь? Да, сижу на месте. На крысу опять, хорошо. Так это же прятки, надо, короче, убежать. Да, я видел, ты убегаешь постоянно, мы не можем тебя убить. Ты используешь читы ловкости. Ты на улице не прячешься, не? Нет, не прячешься. Вот эту скорость я включил. Турбо-мега 2.0. Ты где-то вот тут внизу где-то сидишь за картинами, а мы и ржешь с нас. Какими картинами? Какими? Деревянными. Так, Димон, давай, выходи уже, я уже надоело тебя искать. Классно говорю. Ой, мы столкнулись, у меня жизни отнялись, ничего себе. Димон, давай, выходи. Слышь, да? Трех аниматроников? Да. Дай подсказку хотя бы, чтобы мы там типа поискали. Ну, тебя. Я нахожусь рядом со стеной. Гениально, спасибо. Я сейчас тебе за вот эта подсказка, из-за этого я смогу тебя найти. Ну, в общем, я вижу лампочку, вижу, значит, деньги. Деньги вижу, значит, да, Димас? Деньги видишь. Очень много денег. Значит, я не знаю. И раз ты видишь деньги, я точно не знаю, где. Потому что деньги тут не видел. Где-то видел, стопку лежала. Пара. Так подожди, это же в начале там где-то мы были. Есть! Так, все, считай до 10. Кто не спрятался, я не виноват. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Блин, было бы классно сюда залезть. Давайте подождем немножко. Начинаю. Кто не спрятался, я не виноват. Там и все такое. И все такое, это очень классно прозвучало. Так, я играю за Скрабэйби. Если что. Если что, я кого-то увидел и сожрал. Уже? Ну да. А как так-то? Так он бежал, прямо на меня выбежал. Вот так-то и получилось. А-а-а, Димон! Так, остался еще Пупк. Где у нас Пупк? Пап, быстро прячься, хорошо, чтобы он тебя не нашел. Че ты так бы... Ну, это нечестно в какой-то степени. Почему? А я тебе подался. Считается, не? Катит такое? Да, ищем Пупга. Пупк где-то хорошо спрятался. Все, я иду за этого маленького челика убивать большого челика. О, я нашел классную нычку. Димас, я нашел классную нычку. Ребят, если вы хотите, мы на этой карте еще запишем прятки. Ставьте много лайков, мы соберем много людей и еще запишем здесь вакханалию жестку. Может даже догонялки здесь, да, Димон, запишем? Да, можно в догонялочки. Карта-то крутая. Так что, ребята, все зависит от вас. Много лайков, быстрее выходит серия. Наикрутейшая картишка. Втроем будем ходить искать, погнали. Так, Димон, я за тобой, ты же Скрабэйби, ну ты очень быстрый мужик. Мужичиха. Мужчина, как говорится. Так. Почему ты маленький и толстый? Где его искать? Вот в чем вопрос.
Смотри, Пупка, если ты прячешься на улице, то это нечестно. Ты читер, да, только в помещении и в рояле. Помещение и в рояле, да. А вон он, какашка. Где, лови его, лови. Бегу за ним, прям бегу. Картины падают, мы так бежим, тут все рушится вокруг. Укусить его за жопу хочу. Где, вот он, я его вижу. Вот он, мужик, ты мой. А, где ты, говна кушать? Вот он, где... Ребята, мы это сделали, это было круто. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.